девочки, приветствую вас на своей кухне. И сегодня, как я вам и обещала, девочки, рецепт вкусной воды для чая. Некоторые скажут, что за ерунда, какая вкусная вода для чая. И ароматные, девочки, и вкусная, вы просто не представляете. Сейчас вам расскажу. Девчонки, вот я люблю, я вам уже не раз рассказывала, что я очень люблю ароматные чаи. Очень люблю с травками, всяким там с мятой, с мелиссой, с ромашкой, с липой. Очень люблю, девчонки, чай. Шиповником тоже люблю. Постоянно их я покупаю. И мало того, я еще очень люблю запах гвоздики и корицы. Очень люблю. Но не в каждом чае цветут гвоздика и моя любимая корица. Тоже скажу, ленюсь, девчонки, заваривать термос. Но иногда, конечно, я себя балую и свою любимую мамочку я балую. Я термос беру, завариваю туда корочки апельсиновые, гвоздичку, корицу. Что я еще кладу? Боярышник, шиповник, кладу мяту. В общем, все-все-все травки душистые я кладу в термос и завариваю. Но иногда, девчонки, ленюсь. Ну вот честное слово, ленюсь. Но чаи обожаю душистый, просто вот обожаю. И мне очень нравится чай с бергамотом, девчонки, очень нравится чай. Ну, еще раз говорю, ну, что-то, как говорится, ну, чего-то не хватает, не хватает мне. И поэтому я, девочки, придумала так и делюсь сейчас с вами. Что я, девчонки, делаю? Элементарно просто. Беру чайник, свой электрический, вот такой чайничек. И просто, девочки, я делаю там вкусную водичку. Каким образом? Я кладу сюда воду. Сейчас скажу, девочки, только слушайте меня внимательно. 5 зернышек гвоздички, не больше, девчонки, никакую горсть, а то будет невкусно и терпкий очень вкус. Где-то вот прям, ну, гвоздички 5. Вот у меня на термос, хотела сказать, на чайничек. Вот 5 гвоздичек бросаем, девчонки. И бросаю палочку корицы. Конечно, желательно, девочки, купить вот такую. Вы знаете, палочки, да, есть? Ну, где можно купить, девчонки? На рынке приобрести, я не знаю. Может быть, в интернете есть. Если кто-то... Я покупаю, конечно, только вот такую натуральную, не в пакетиках. Ну уж если нет, девчонки, ну купите в пакетиках, тоже можно. Но нежелательно, чтобы не засорять чайник. Так, итак, вот что я делаю. Говорю, у меня уже наломлено специально, и вот я бросаю вот такой. Можно тоже даже поломать. Вот у меня здесь даже уже есть вот такие вот маленькие. Вот, бросаем кусочек корицы тоже в наш чайник. Вот, девчонки, конечно, естественно, траву сюда я не кидаю. Нет, не кидаю. Все, закрываем наш чайник, ставим его, включаем. И у нас, девчонки, вы не представляете, получается ароматная вода. Вопрос. Некоторые сейчас скажут мне, а как же кофе? И кофе, девчонки, пью. Заливаю кофе этой же водой с гвоздикой и корицей. Девочки, аромат вкуснейший. Попробуйте, мои хорошие, попробуйте. Очень легкий лайфхак. Вот и все. Вот и вся, так скажем, хитрость. Сейчас мы включаем чайник, и я вам дальше покажу, что у нас тут. Наливаем нашу ароматную водичку душистую. Она, девчонки, приобретает такой немножечко желтоватый цвет. Это от гвоздики и корицы. Девчонки, аромат вы просто не представляете. А вкус, как говорил Аркадий Райкин, сфисический. Берем обычный пакетик недорогого чая, какой у вас есть. Опускаем, девочки. И наслаждаемся. Но аромат просто потрясающий. Вы не представляете. Элементарно просто, девочки. Ничего не надо выйти с этими термосами, там завариваться, заморачиваться. Вот, в электрический чайник или в обычный чайник. Кидаете гвоздичку, корицу и ставите на огонь. И все. И у вас все получается хорошо. Ну, мои красавицы, я пошла смотреть свои любимые сериалы.
с конфетками и с мармеладками, и с таким ароматным и душистым чаем. Девчонки, сделайте и напишите мне обязательно, как у вас получилось. Ну вот, мои красавицы, что я вам хотела сегодня рассказать, чем с вами поделиться, что узнаю новенького, обязательно вам расскажу. Ну а с вами была я, Рубцова Наталья. А кто новенький, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы к вам приходили мои новые видео. До новых встреч, мои красавицы. Люблю вас всех. Пока, пока. А я пошла быстрее смотреть свои любимые турецкие сериалы.